сюда пришли. Нельзя снимать. Папарацци, папарацци. Лагерь это да. Мне кажется, тут, в принципе, все настолько эко, что писать про именно эту ракушку, она эко. А вот, кстати, молодой Иван, как она делала такой же чай. Очень много. Очень. Очень много. Дальше мы по этой тропе. Вот это красотень, вот это да. Давай, бедная, не прячься, иди сюда. Бубонница. А ты видел там какие-то бубонницы? Я ничего не видел. Я надеюсь, что вечерний круг я приведу в кругу семьи. Я не помню, что я туда написал. По-моему, я написал «Будьте проще». С вожатыми. Все, поехали. Прекрасно утро началось под музыку и пение. Правда, я все еще хочу спать. Зарядка, прекрасное время, веселая она. Отжимание ночью. И вот вошли мы в дом. А на столах нас ждет овсянка для нас. Она просто класс. Лагерь в солнечном доме. У нас всегда светло. Но кроме случая замыкания. Веселье, песни, танцы. И дружная семья. Вожатые прекрасны. Лучшие друзья, хотя бывают и лучше. Она шутит. Андрей не найти добрей, но научись считать.
здесь, мой друг. Я подскажу, после 18 идет 19, после 19 идет 20. Давай дальше петь. Выпей чаю с Маргаритой, полегчает на душе. Фитнес-тренер самый лучший. Я не хочу больше отжимания. Надо. Вася, давай, Вася, давай вместе выпьем квасу и вспомним старые времена. Вася, не рычи на солнце наше, лучше обними меня. Лёля, все мы устаем, но непонятно почему. Ляг на диван, укройся пледом, я тебе помогу. Встану в 7 утра, приготовлю блинчики для тебя. Я не уверена, что они съедобны, но все же. Прошу, не молчи, если нужна помощь, попроси. О, замена. О-ля-ля, должны 3 косаря, я хочу купить набор для шитья. О-ля-ля, научись шить меня, ну и еще готовить, танцевать, петь, рисовать, да, было бы неплохо. Да-да-да-да. Ну, если серьезно. Нет, мы пропустили. Боже! Нет нам прощения. Давай, чтобы она с улицы услышала. Раз, два, три. Викуль, ты просто супер-класс. Ты среди нас алмаз. Ты терпишь все нытье от нас, от нас, от нас. Ну, а если серьезно? Лагерь сам по себе прекрасен, новый мир без детей ужасен. Вожатые, просто будьте добрее, и всем веселее, и всем веселее. Без любви наших взрослых нам не обойтись. Вот она жизнь, вот она жизнь. Лагерь в солнечном доме, у нас всегда светло. Веселье, песни, танцы. Не знаю, я так все, сама всю смену себя называла. Акила. Я называла себя с колбаской, не знаю. Вообще-то я Васька колбаска. Ты Василиса Лиса. Вообще, ты Василиса Лиса. Я Василиса Лиса. Вот с той точки вид шикарный. Да и изобрести не средства, а собраться с мыслями. Давай немного подышим воздухом, но когда день не слишком долго. Ближе и милее дома, там за жизнь идет минута. Зациклившись годами, невозможно больше вместе. Покоренными морями, куда улетать, его покорять. Нам надо знать, не все ли равно. Далеко мы сможем найти.
Готов? Прикольно. Я вообще не блогер. Я здесь никогда им не буду. Блогер может менять жизнь тысячи людей. Дорогие друзья, Вик, давай к нам тоже. Сейчас, через 3 секунды уже сюда заходят зрители. И наконец-то будет то, к чему мы стремились все это время. Поэтому... Что? Русское народное платье осталось. Ничего страшного, мы не придеваемся. Ну так вот, ребят, поэтому все сейчас собрались, вспомнили, да, что мы делаем здесь красивую штуку очень. Все наши родные сейчас придут. Вот, давайте скажем одну мантру. Да, такую тоже можно. Повторяйте за мной. Мне нравится, что я здесь. Мне нравится, что я здесь. Мне нравится, что я делаю. Мне нравится, что я делаю. Мне нравятся люди, которые вокруг меня. Мне нравятся люди, которые вокруг меня. Ура! Ура! А мне все равно. А еще вот так делаете? Один за всех и все за. Ничего не про смертка. Ну или хотя бы постой. Это была максимально веселая и атмосфера очень приятная. Я не первый раз еду в Праге, потому что мне невероятно нравится то, какое здесь отношение к детям и еда вкусная. Да. Очень вкусно готовят, очень хорошее отношение к детям. Мы тут много купаемся. У нас очень хорошие преподаватели, все и пение, и все вожатые. Главное, что директор лагеря очень хороший. Вот. Мне эта смена очень понравилась. Я выучила несколько новых фраз, несколько новых... Ну, короче, узнала много чего. Здорово, а ты, Сём, что хочешь сказать? А тут в этой смене было крутое. Это особенно еда, очень вкусная. Мне прям очень понравилось. А еще что? В ресторане хуже.
А еще в столовке. Которые дают курицу с какой-то подливой. Солнечный лагерь в солнечном доме. Какой ты красивый. Ты красивый? Плац.